відкрита трибуна. Як ви ставитесь до того, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати усіх домашніх та безпритульних тварин? Ну, насчет бездомних я не знаю, а насчет домашних, зачем их регистрировать? Без внутренней культуры хозяина собаки не изменится абсолютно ничего. Поэтому собаку любишь, она будет тебе доглянута, и с ней все будет гаразд. Мне кажется, что бездомных животных не стоит регистрировать, поскольку ну, они бездомные, да. А тех животных, которые живут с хозяевами, их ну, стоит регистрировать, ну, поскольку в случае там, побега животного, да, так можно выразиться, ну, можно будет быстро ее найти, ну, животное, да. И, ну, это выгодно вообще, как для хозяина. Считаю, что необходимости в регистрации бездомных и домашних животных вообще нет. В частности, если брать домашних животных, это будет в первую очередь накладно и для самих хозяев, для, во-вторых, такой необходимости в государстве не существует. Если брать в отдельности регистрацию бездомных животных, это в первую очередь будет абсурдно, потому что до данный момент я знаю, что сейчас идет, скажем так, кастрация бездомных животных и их помечают. Если их еще для этого регистрировать, это уже будет накладно для государства, а в данном случае, скажем, в Украине нет такой финансовой базы, которая может еще позволить себе дополнительные вычеты. Считаю, не нужно. Ну, потому что, ну, как бы они начнут регистрировать, потом по-любому вводить налог на домашних животных. И потом, получается, платить за домашнее животное должно как-то наоборот. Вот. Наоборот, жителям должны платить то, что они приютили домашние животные. Вот. А получается все иначе. Я думаю, что если это действительно нужно, то почему бы нет? Я считаю, что регистрировать домашних животных нужно. И бездомных тоже нужно. Для того, чтобы... Насчет домашних животных. Чтобы если люди не несут ответственности за тех, кого взяли... Не дай бог, выгоняют их на улицу, чтобы можно было найти хозяев. И я считаю, что должны быть предусмотрены штрафы в этом случае. Человек взял ответственность, он должен нести эту ответственность. В крайнем случае, для этого есть приюты. То есть это должно решаться цивилизованным образом. Точно так же с бездомными животными. Надо учитывать их численность. Чтобы узнать численность, надо их чипировать. И тоже, иначе эта проблема не решится. Травлей – это не цивилизованный способ. Відкрита трибуна.